Открытое акционерное общество «Уралтрансмаш» – одно из старейших предприятий на Урале и в России с почти 200-летней историей. Фундамент современного развития предприятия был заложен еще в годы Великой Отечественной войны. Сегодня «Уралтрансмаш» – динамично развивающаяся компания, одним из основных направлений деятельности которой является разработка и производство техники специального назначения. «Уралтрансмаш» – единственное в стране предприятие, выпускающее самоходные артиллерийские орудия. Эта техника широко известна в России и за рубежом. Последняя разработка «Уралтрансмаша» – 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С-19М1 «МСТА-С». По некоторым показателям превосходит лучшие мировые образцы данного типа вооружений. Это современная боевая гусеничная машина, имеющая мощное артиллерийское вооружение, броневую защиту и защиту от оружия массового поражения, повышенный запас хода, отличную маневренность, автономность боевого применения. Самоходное артиллерийское орудие 2С-19М1 предназначено для поражения открыто расположенных и защищенных целей, способно вести огонь управляемым снарядом «Краснополь», поражающим малоразмерные цели типа танк на расстоянии 17-20 километров с вероятностью поражения 90%. Огонь ведется с закрытых огневых позиций по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям, а также прямой наводкой, в том числе в горных условиях. Для повышения эффективности боевого применения самоходное орудие «МСТА-С» имеет техническое сопряжение с комплексом автоматизированного управления огнем «Машина М». Самоходное орудие оснащено эффективной автоматизированной системой заряжания, которая обеспечивает ведение огня при любых углах наведения по направлению и возвышению орудия. Со скорострельностью 8 выстрелов в минуту при стрельбе возимым боезапасом из механизированных боеукладок и 6-7 выстрелов в минуту при подаче его с грунта. «МСТА-С» считается одной из самых скорострельных гаубиц в мире. Автоматизированная система управления наведением и огнем обеспечивает выполнение противоогневого маневра с автономным определением текущих координат, автоматическим расчетом установок для стрельбы, автоматической наводкой орудия и восстановлением наводки после каждого выстрела. Шасси самоходного артиллерийского орудия максимально унифицировано с моторно-трансмиссионным отделением танка Т-72, ходовая часть орудия унифицирована с ходовой частью танка Т-80. Наружные телескопические амортизаторы стопорятся во время стрельбы для гашения колебаний, что позволило отказаться от стабилизирующих сушников. Для защиты орудия от технических средств разведки и высокоточного оружия противника применяется комплект «Накидка». Кроме производственных задач, ОАО «Уралтрансмаш» решает задачи по обучению специалистов работе с военной техникой собственного производства посредством учебно-действующих стендов и натурных тренажеров. На базе разработанного тренажера самоходной гаубицы 2С-19 военные специалисты получают знания, умения и навыки работы с техникой. На предприятии успешно работает специальное конструкторское бюро. Технический потенциал предприятия «Уралтрансмаш» объединяет литейное, термическое, сварочное, механообрабатывающее и инструментальное производство и позволяет выполнить широчайший спектр технологических операций. Изделия военной техники, выпускаемые «Уралтрансмашем», соответствуют мировому стандарту.